23 октября сотрудники полиции остановили на автодороге астана кургалжин автомобиль «Джак», загруженный мясом 40 сайгаков. В ходе проверки установлено, что водитель работает на мясокомбинате «Астана Агропродукт», расположенном в селе Сабанде Кургалжинского района. Факт перевозки мяса сайгаков зафиксирован в книге учета информации Целиноградского района отдела полиции. В связи с этим полиция выявила административное правонарушение. В ходе разбирательства водителями предоставлены оригиналы накладных и электронных копий договора реализации поставки товара, заключенного между РГКП по ЗАОПРОМ и ТО «Астана Агропродукт». По факту нарушения транспортировки животной продукции материалы проверки переданы в компетентные государственные органы для принятия решения.